Всем привет, друзья! Добро пожаловать в новое видео Sony Лавши. Как вы видите, в Китае по-прежнему нужно носить маски. Да, охранники за этим без конца постоянно следят. Куда бы ни пошли, конечно же, в метро, в магазинах, везде нужно эти дурацкие правила соблюдать. Но у нас здесь замечательная погода, как по-прежнему. Горчжэнь, провинция Гуандонг. Вы там на карантине, не можете даже выйти. Мы прекрасно это понимаем. В Китае такая ситуация была только в городе Ухань, откуда, собственно говоря, вирус-то и растет. Ну, а у нас здесь такого жесткого контроля не было и нет. Вся эта суматоха и переживания в адрес вируса уже закончились. Все спокойно, все вернулись на работу. Кроме пока что систем образования, школ, садиков, университетов, пока все это не работает. Но с 27 числа уже повсеместно запускаются сначала старшие классы, и с начала мая запускается уже младший сегмент. Вот. Но, ребят, вы, главное, держитесь, весь этот тупизм и дебилизм, и самое главное, бесстыжее поведение властей и зарабатывание на населении, отсутствие поддержки населению, это все очень плохо, и все это надо, конечно же, нам, ну, приходится переживать, но и не нужно об этом молчать. Нужно делать все по закону, при этом не молчать и при этом распространять адекватную информацию, ни в коем случае никаких фейков, чтобы не было. Ну и, соответственно, не допускать всех этих неприятных ситуаций, связанных с обогащением, опять же, бессовестным обогащением на фоне горя и неудобства и всех этих страданий народа, населения, всей планеты в настоящий момент. Ну а здесь этот дебилизм заканчивается, погода, более того, чудесная. Есть, конечно, свои неудобства, есть всякие моментики, которые мы обговорим в следующих видео. Ну и не забывайте поддерживать меня, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну, а мы сегодня собираемся еще погулять. Погодка чудесная, как не пройтись на улице. Сейчас градусов может быть 25, ну точно, может быть больше. Вот. Чудесная весна, но здесь это уже лето. Все, началось лето, чудесно, хорошо. Часто проходим мимо вот этого места, и всегда хочется снять, показать вам. Смотрите, как хорошо. Такая аллеечка. Ничего особенного, казалось бы, здесь для местных. А для вас, наверное, будет интересно. Чинтуи. Внимание! Сейчас будет реклама. Я не понимаю, с кем можно было так плохо учить иностранный язык. Это ваше произношение. Вы до сих пор не говорите свободно. Кто я такой, чтобы так говорить? Пришло время. Скажи ему, кто тебя учил. Меня учил Тони. Тони Лауши. Three, and two, and one. Let's go! Five coats ducks had to put on their hats. There were not that many hats. Which ducks got the hats? Two ducks had no hats, and both were very cold. Five coats ducks had to pull on their coats. There were not that many coats. Which ducks got the coats? Two ducks had no coats. Тони Лавши, результаты произношения гарантированы. В чем отличие людей в Китае от наших? А может быть, это и не отличие вовсе, а? Вот поднимался я сейчас сюда, на лифте, 4-й этаж. Ну тут небоскреб, понятно, много лифтов, куча на самом деле, штук 9, наверное. Но вот проблема. Пришел сюда в обед, и очень много людей пришло вместе со мной. Кто-то на обед, наверное, ходил. В лифт заходишь, здоровенный лифт, и куча других лифтов. Но, вероятно, некоторые из лифтов уезжают высоко наверх, и поэтому, может быть, я подозреваю, лифтов приходится долго ждать. Ну, я зашел самый первый, и не было никого. Не понимаю, почему лифт никак не уезжает. Раз, на кнопку нажимаю, чтобы двери закрылись, чтобы я поехал. Нажимаю, дверь закрывается, и я смотрю, другие китайцы там в другом месте стоят, тоже нажимают на кнопки, чтобы лифты открывались. Те, которые рядом. Вот, ну, я думаю, ну, заходить. Зашла одна часть, зашла еще часть. А я напоминаю, что я самый первый зашел, никого не было, и еще и ждал. Вот. Ну, поэтому все зашли, и был перегруз. Здоровенный лифт, но был перегруз. Что было дальше? Лифт, естественно, запиликал, завозмущался, никуда не поеду. Хоть бы кто нахрен вышел, понимаете? Я стоял в самом внутри зажатый,
Хоть бы кто вышел, все пытались все равно победить панель управления, чтобы уехал лифт все равно вместе со всеми. Никто не хотел выходить. Что дальше произошло? Конечно же, я вышел и пошел сдать следующего лифта. Тру-тру-тун. За Россию! За Родину! За Путина! Вот смотришь на всю эту красоту, гуляешь вокруг. А мы все равно постоянно думаем о том, чтобы уезжать отсюда. И это странно. И это абсолютно нормально, что тебе это все нравится, это любому человеку нравится. А вот совершенно то, что странно, почему приходят мысли уезжать отсюда. И мысли у всех иностранцев здесь такие. Скажи? Да. Да. Все, кто здесь живут. Но мы задаемся вопросом, почему, будь то 5 лет здесь, будь то ты 9 лет здесь, будь то кто-то другой, 3 года, 5, 7, 8, 10. Все здесь живущие иностранцы, они понимают, что мы здесь временно. И от этого, во-первых, у нас, у них, у других иностранцев, у нас здесь нет друзей. Никто не относится к дружбе серьезно. Да, это очень странно. У нас нет здесь друзей. Во-первых, не среди иностранцев, а среди китайцев. Почему нет друзей? Да потому что... Вот давай, отойдем, еще здесь покажемся. Вот, и это очень странно, что у нас здесь не появляется друзей. Хотя, казалось бы, за это время мы в любой стране бы уже, будь то в России, будь то... Китайцы, они не относятся к нам серьезно. Да. Ну и по этой причине тоже мы. Все, кто сюда приезжает, у них сразу же появляется это ощущение, что мы здесь ненадолго. Китайцы дают это понять. Что мы здесь ненадолго, мы здесь не очень-то нужны. Вот эти все небоскребы, вот эта вся красота, она не для нас. Вот, ну и не перестаешь удивляться тому, как... Давай, может быть, он тут тоже что-то покажет. Угу. Не перестаешь удивляться тому, как в Китае у тебя не появляются друзей китайцев. Вот это крайне странно. Почему не появляются друзей китайцев? Да потому что мы, во-первых, слишком сильно разные, у нас слишком разное восприятие чувства юмора. У нас слишком разные интересы, как проводить время, потому что у китайцев самое интересное это чучу чифан, выйти все вместе поесть, чучу вар, замаварна, чучу чифан, как играть, как развлекаться, выходить поесть. Вот. Здесь нет каких-то боулингов, здесь нет каких-то там бильярдов, ну хотя они конечно есть, но это вот ну нет такого массового. Куча разных вариантов. Единственное, что в Китае есть, это... Главное развлечение – это да. Пойти покушать. Чуканьдень. Пойти фильм посмотреть. Mm-hmm. Абсолютно номер один хит – это, конечно же, чушифан. Поесть. Ну и особые любители, конечно, китайцы петь. KTV. Да. Ну и в этом тоже это не самое главное. Почему мы не собираемся с китайцами как-то пожарить шашлыков, где-то что-то такое замутить? Нет, вообще, за это время нет друзей, не появляются они. Вот. А среди иностранцев? Среди иностранцев временные появляются временные, а потом уезжают. Да, с которыми ты толком, ну, вроде бы начинаешь дружить хорошо. Потому что иностранцы, будь то черные, белые, красные, любые, мы с ними, мы одинаковые. Ну, мы реально одинаковые. Очень много черных у нас ребят, друзей хороших, очень хороших. Вот, и дружба у нас с ними завязывается. Но все уезжают. Все временно здесь. Китай дает... понять, что мы здесь ненадолго. Вот. И хорошие друзья уезжают. Вот. Ну и поэтому мы только в близком, в самом близком кругу. Мы только друг с другом. И все. А таких дружественных, таких хороших компаний не появляется. Вот так. Да. И как бы ты хорошо не знал китайский язык, как бы ты хорошо, тебе всегда об этом говорят. Нифига себе, ты сколько в Китае-то. Как ты так-то здесь 5 лет в Китае и так круто говоришь? Да блин, вот так, ё-моё. Ну, толку-то. Ассимилироваться не получается, потому что ты всегда здесь лавай. Всегда ты иностранец, всегда чужак. Ну вот, видоны зато хорошие. Красота. Камеры. Пойдем еще, вон туда спать.
Смотри, какая там красота. Вот там вот в самом конце еле заметный огонек, в самом конце наверху. Не горит. Там стоит статуя, там смотровая площадка на город, и она получается на самый центр города направлена, и там находится статуя Тэн Сяопин. Тэн Сяопин это бывший лидер Китая 40 лет назад, и вот он дал начало этому экономическому буму Китая, благодаря чему все и развилось, и появился город Шэньчжэнь. А Шэньчжэнь, это, конечно же, конкурент Гонконгу, который активно развивался. Ну и Китай сделал свой вариант, потому что Гонконг был под контролем Великобритании. И, в общем, Дэн Сяопин там теперь гордо возвышается вот в такой, вот так вот там стоит, типа идет, такой улыбается слегка и вот смотрит на свой город, который дал начало китайскому буму. Ну, сейчас мы до туда не дойдем, нет. Во-первых, надо идти днем, хотя вечером там, конечно, видон тоже очень знатный, до 10, по-моему, вечера там открыта площадка. А так это является центром города, центром парка Лянхуашан, он называется, Лянхуашан Гунгян называется. То есть парк, лотосный парк он называется. То есть горный лотосный парк, если перевести с китайского. Лянхуа – лотос, шан – гора или холм, ну и, соответственно, Гунгян – парк. Вот так. Ну а здесь большая прогулочная зона, такая аллея, где народ чилит, тусит. Я применяю свой словарный запас слова чилить, хотя мне не нравится. Вот. Здесь народ, в общем, тусит, кто-то танцует, вон как там, например. Посмотрите, видите, чувак смотрит на себя в отражение, танцует. Здесь молодежь такая мажористая, которая живет в каких-то из этих небоскребов, всякие приходят, интересные танцы ставят. Вот. Ну и по-разному все, естественно, мероприятия, которые проводятся в городе, они проводятся вот здесь, на этом месте. Здесь ставят сцены, здесь зрители со всех сторон, подсветки. Все это очень круто смотрится. И, ну а как, где еще в таком красивом, замечательном месте? Ну и 100 раз я уже упоминал в своих видео, здесь вид на центральные небоскребы, которые соединены в один гигантский дисплей и красивейшим образом показывают гигантское весовое шоу под музыкальное сопровождение. Вот. Народ собирается, конечно, но сейчас это все отключено на время вирусной ситуации, чтобы народ не собирался. Но он собирается все равно. Шоу нет, но место от этого свою крутость не потерял. И здесь сейчас тоже вот часть еще небоскребов, которые также светятся. Сюда отворачиваешься, не слышно. В общем, классно здесь. Классно. Приезжайте в Шэньчжэнь, ребят. Приезжайте. Путешествовать надо, оно красиво. Здесь. Но в Китае очень хорошо путешествовать, но не жить. Ну, можно. Приезжайте, ребят, тоже так же, позаработать деньги, выучить китайский язык. Это круто. Но жить здесь у вас не получится. Огромное количество примеров иностранцев. Нет, кому-то нравится, кто-то даже женится на китайцах. Да, но это самые единицы. То есть, чтобы жить в Китае, надо очень сильно любить китайцев. Их культуру любить, менталитет. Да, очень сильно культуру, очень сильно любить менталитет. Но культуру – это еще тоже такое ошибочное понятие, потому что китайская культура, она действительно очень сильная была раньше, до культурной революции в Китае. Но когда пришла CCP, власть – это партия, то они уничтожили всю культуру в Китае, уничтожили все памятники, все музеи, все темплы – это семья, все храмы, там все уничтожали. И сейчас фактически Китай голый, у него нет культуры. Китай сейчас – это очень молодая страна. Они хоть и говорят им 5000 лет, но на самом деле сегодняшние молодежь, они мало очень знают. Вот. Ну, это отдельная тема. Ребята, а приезжайте, здесь это того стоит, посмотреть хотя бы на всю эту супер-мега настроенность, всю эту напыщенную, скажем так, развитость. Вот. Оно того стоит, здесь очень красиво.
Ну все, приезжайте. Или кончается. До свидания. Вообще бывают вот такие вот случаи. Он из той двери, которая эвакуационная, бывает пробираются сюда вот такие вот доставщики еды. Они это делают, получается, ну как бы нелегально, не через лифты, там, не через официальные проходные, они через эвакуационный проход пробираются, который, судя по всему, не контролирует. И вот так вот они заходят и пропадают, появляются и пропадают. Еду он принес. Прикол, конечно. Вообще у меня сегодня пришли очередные вот эти мысли, мысли какого-то разочарования, такой грусти. Они меня одолели, когда где-то, наверное, прошлым летом, получается, 4 года было жизни в Китае, и я серьезно начал думать о переезде в Австралию, вообще открыл для себя Австралию с разных, в общем, углов, и мне стало, в общем, было мне очень интересно поехать туда, и я стал подумывать. И вы знаете, что случилось? Я такую сильную волну словил разочарования на фоне того, что в Австралию можно переехать, в Австралии можно получить гражданство за 4 года проживания, постоянного проживания в Австралии. В Канаде можно стать гражданином за 5 лет, в Новой Зеландии за 5 лет, даже в Германии за 7 лет, если ты будешь жить в Германии, там, где-то там, не знаю, в Швейцарии за 10 лет. Везде можно. В Китае вот сейчас 5 лет, и вот мне так грустно от того, что 5 лет, они не значат вообще ничего. Ты тоже так же получаешь новые визы каждый год, продлеваешь это все дело. И от этого становится очень грустно, что ты просто не имеешь никаких преимуществ. Невероятно грустно. Чем ты бы тут ни занимался, учился, работал, вел бизнес, ты не имеешь никаких преимуществ. Ну, женись ты на китаянке. Что у тебя будет? У тебя будет семейная виза. От семейной визы, по семейной визе ты даже не можешь работать. Ребят, ну это как? В любой стране мира, даже вот здесь в Китае, допустим, вот сейчас, давайте вот возьмем ситуацию с браком. Если в мире ты где-то женился на американке, женился на россиянке, женился на там француженке, где угодно, что с тобой происходит? Ты можешь работать, ты такой же гражданин общества, ты все так же, правильно, Настя, говорю? Правильно. Так же, как и везде, да, ты становишься гражданином, ты полноценный житель все этой равно местности. Надо отдельно получать разрешение на работу. Да, а здесь ты не получишь разрешение на работу, то есть у тебя виза просто, все, кто вот, я знаю, иностранцы, кто женились на китаянке, они делают себе, оставляют себе отдельную рабочую визу. Угу. То есть они, им не нужна эта виза по браку. Она потому что, ну а какой толк от нее? Она дается на 2 года, и ты просто как бы получаешь разрешение жить в Китае. Вот ты даже не можешь работать. Это что такое? Везде в мире ты получаешь эти плюсы от брака, от страны, но здесь нет. Если ты учишься здесь в Китае, что такое? Ну, учись, и все. Больше тебе ничего нельзя делать. Подрабатывать даже нельзя. Ты ничего не можешь делать. По закону ничего нельзя. Вот. В то время как в той же, например, Австралии или где-то в Америке, там ты учишься, у тебя есть 20 часов в неделю, ты можешь работать.
Но иначе как? Ну ты же должен подрабатывать, ты же должен как-то чего-то там, какие-то там элементарные базовые там жизненные потребности себе обеспечить. Не говоря уже о том, что ты можешь заработать себе на учебу, да? Здесь в Китае ты ничего не получаешь. Не говоря уже о том, что там ты не станешь гражданином. Ну это вообще, да? Ну, конечно, это вообще такая большая отдельная тема. Кто-то может сказать, а зачем тебе вообще гражданство Китая, да? Ты что, с ума сошел? У нее там стран относительно визового посещения, визовых запретов даже меньше, чем Россия, там, или Украина, или Казахстан. Ну, неважно, понимаете? Ты можешь стать частью общества, ты можешь вести нормальный бизнес, ты можешь нормально и так далее. Ну, хотя сейчас вроде бы как бизнес можно вести иностранцу и так. Можешь стать компанией, 50 тысяч юаней, если есть капитал, то уже можно мутить. Вот, без китайцев. Это все нормально. Но так или иначе, ну вот так, ребят. Факт того, что за это время можно было бы стать гражданином Австралии, меня не оставляет. Такая, скажу вам, да, идея. А потом все, был бы у тебя паспорт гражданина Австралии, и езди куда угодно. Свободно в любую англоговорящую страну. Это же вообще супер классно. Ой, да, не говоря уже о том, что происходит в России, что туда ехать в России. Заработок никакой. Минимальный прожиточный минимум $200. В то время как, я не знаю, везде, блин. Зарплата 200 долларов. В той же зарплата $200. Там люди у нас что получают? Что они там зарабатывают? Да ничего. В Китае элементарно, если ты зарабатываешь, если ты китаец, кто угодно, если ты зарабатываешь меньше 5000 юаней, 50 тысяч рублей сейчас по курсу, 55 тысяч рублей сейчас по курсу, если ты зарабатываешь меньше 5000 юаней, с тебя не будут брать налог. Ну, то есть у тебя низкая зарплата. Чего с тебя брать? В России берутся всего берут 13%. Сейчас даже они будут брать налог. Я не знаю, сейчас они приняли это, не приняли. Путин же предложил это. Если Путин предложил, скорее всего, примут. Или уже, наверное, приняли. Сейчас будут даже 13% брать со вкладов. Будут со вкладов брать 13%. Там, хотя, если у кого на сумме больше миллиона рублей, будут брать со вкладов тоже процент. То есть ты зарабатываешь на своих вкладах, на своих же деньгах, и с тебя будут брать еще налог на то, что ты заработал. Это что вообще? Это вот как? Не говоря о том, что сейчас вся эта ситуация с кризисом, с вирусом, там на маски поднимается, на продовольствие поднимаются цены, там на все. В России же как? Это же не, блин, не рубль падает, это доллар дорожает. Это что вообще? Ну это что? Сумасшествие. Просто сумасшествие. Просто бесстыдная власть в стране. В России бесстыдная. Просто народ уже все, народ уже, мне кажется, весь уже последний доедает без соли. Да? Люди уже все, они уже, ну, терпение заканчивается. Я не знаю, если народ сейчас дальше будет так терпеть, если мы все так дальше будем терпеть, что там происходит, я не знаю. Но я в России, меня бы уже посадили за мои мысли и за мои эти... Посты ВКонтакте. Да, посты ВКонтакте там и так далее. Но я потому что не знаю. Это, ну так нельзя. Так нельзя. Это просто какое-то крепостное право вечное. Смотрите, как все там вон там. Ты хочешь, я тебя обрадую, вообще ничего не видно. А я понимаю, здесь очень плохо видно. Ну хотя бы слышно, хотя бы вы видите вот такую красоту. Видно только мрак. Очень много красивых вещей хочется показать, и здесь здорово. Приезжайте, ребят. Сюжень, приезжайте. Да, кто-то сейчас скажет, на что же я приеду-то? Угу. Да. Ребята, ребята, да, ребята, всем бы нам так жить, что называется. Всем нам хочется жить нормально. Не знаю, я с вами, ребят, если что, пишите, не знаю. Кто не лауши, поможет приехать в Китай. Да, конечно, помню. И обучит китайскому языку. Чем могу, тем помогу. Всех жалко вокруг, всем хочется помочь. Да. Мы, кстати, сейчас проходим прямо под... центральной дорогой, центральной улицей. А то из двух их. Вот эта улица и вон та, с той стороны. Красивечно. Красивечно. И спокойно так. А такая, знаете, так тепло на улице. Так прям по-летнему хорошо. А ведь сегодня, на секундочку, 16 апреля. Очень тепло. Ну, так уже давно здесь тепло. Шэньчжэнь. Субтропический климат.
оставайтесь на канале Тони Лоши и до связи. Всем пока.